Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода и новый босс Вулкан 19. Немножко модифицированные роги у нашего старого Трицератопса. Ну, моделечка так себе, но главное, что мы будем сейчас делать. В прошлой битве мы дошли до 6 уровня, сняли ему большую часть жизни. Там оставалось у нас 89, по-моему, тысяч. И урон я нанес, по-моему, 370 тысяч суммарно. Это был мой аккаунт. Сейчас мы в гостях у Эдика. И здесь примерно дошел до того же места, и сейчас мы попробуем продолжить, ребятки. Вот такая вот у нас сейчас будет тема. Вот, как видите, 6 уровень. Ну, осталось 137. Там у нас оставалось поменьше. Но ничего. Но ничего страшного. Сейчас будем это дело исправлять. Так, вот так, вот так и вот так. Мы сейчас посажаемся несколькими комбинациями. Сначала вот такой вот. Потом, допустим, можно будет 3 приатродончика взять и 3 голозаврика. Ну, вот примерно так. То есть раза 3 мы сразимся. Ну, сейчас мы будем помирать уже довольно быстро и шустро, потому что уровень вулкана у нас дикий. И это круто на самом деле. Очень мне нравится. Сила удара у него косарь. Ну... Я вообще еще одну такую стратегию выработал себе, интересную стратегию, которая позволяет наносить много урона. Как-нибудь, если получится, я ее опробую и потом вам покажу, расскажу, ребятам. Чисто эта стратегия чисто для демиджа, для набора очков. Ладно, по полной. Давай, красавчик, рот как у цыпленка, ебога. Выжил. На тоненького, но выжил. Но он нас не может пробить. Хотя 5. Давайте сделаем вот так. Так, кстати, я же могу меняться. Вот я эту фигню вот первый раз, наверное, использовал. Давайте. В принципе, нам главное, чтобы Пахи потанковал. Дождемся сейчас. А, вообще-то чего я жду? Почему я, блин, его добить надо? Ну, в принципе, он свою роль выполнил. Так, я особо не считаю, сейчас у нас задачи такой нет. Я думал, у него 3000, у него 32000. Это эпично. Нюк пробил. Да, вообще идеально получилось. 18, я нанес 20. Так, сейчас мы попрощаемся с нашим гибридом. Ну посмотрим, сможем ли мы пройти босса уровень 7. Сомнительно. Косырей, да, блин, тут надо несколько заходов делать. Наверное, после третьей комбинации мы его только пробьем. Супер удар. Так, это первый раз за эту серию, вообще-то второй раз, да? Первая серия у меня тоже он всего лишь один раз так сделал. Так, ну, пришло время пробивать. Ну, всего лишь, да, нам где-то ударов сколько сейчас? Ну, 4 раза по 8 с разинозавром ударить, и все отлично будет. Ну, мы делаем вот так. Молодец, на 3 это хорошо. Я его сейчас атакую на все 8, и он меня, скорее всего, не сможет пробить. Ну, может и сможет, конечно. 8 чистых, смотрим. Ха, там была сотка, сколько здесь будет? Примерно столько же. Кто сильнее укусил? Топором, по-моему, да? 5400.
5, он не может... Не, пробьет, блин. Ах, 1 балл бы поставить защиту, и он бы меня не пробил. 8-8-8-8. Ну, ничего страшного. Половину жизни мы сняли. Это хорошо. Сейчас пойдем тремя приатрудонами. Сможем ли мы пробить ему 200 тысяч? Да, должны. У нас будет удар под больше 3000. 360. Ну, немного. Ну, я не старался, как вы поняли. Не менее 9 существ категории хищник. Ну, здесь-то условия попроще. Так. Давайте вот сейчас пойдем. Вот так. Это будет прикольно. Мне нравится. Это хорошо они сделали, что не нужно проходить босса заново. Но с другой стороны, знаете, в чем прикол? И вот те вот задания, которые можно выполнять, это хорошо. Потому что вот у кого слабый уровень динозавров, то можно начинать с самого нуля, вот с уровня редких. И можно нормально так посражаться. То есть нельзя в этом турнире сразу сражаться сильными. Просто ты потом не сможешь эти задания выполнить. Ну, нормально, как бы. Ну вот так, будем стараться атаковать по 8. 56 тысяч, да. Да мы тут тремя приатродонами не пробьем. Он проатаковал всего лишь на 4, это нехорошо. Не пробьем, даже если я 3 раза по 8 проатакую, я не смогу снять у него столько жизни. Блин, пробьет, да? Нет, на тоненького осталось. Проатаковать сейчас или не проатаковать? Ладно, давайте так. Теперь атакую 4, 4 переношу. Так, а 3 индоминус у меня есть? Так, что-то он как-то шип вообще совсем на мало нас проатаковал, мне кажется. Да, блин. 5 ударов, но это пробьет, наверное. Ладно. Надо было атаковать на 8, не тянуть. И снова 4 восьмерки. Плохое число получилось. Ладно, при этом доны не зашли. Ничего страшного. Мы играем по фану. Не стараемся куда-либо продвинуться. 80 тысяч. Да. Ну ничего, зато задание повыполняем. Генов назарабатываем. Так, что у нас тут есть? 3 индоминуса, ребятки. Надо пробивать. Надо пробить 7-го. И пойдем при атродонами. Так, ну ему достаточно 4 балла, чтобы нас пробить. Ну давай, проатакуй нас на 3-4 хотя бы. Молодец, на 3. Сейчас я его атакую по полной, ребята. Сколько индоминус может нанести? 8 чистых. Ну, меньше, да, чем приатродон же. Там было 54 у приатродона, сколько? 62, нет, что, побольше, или прошло просто больше на 1. Атака на 2.
Блин, ну мне нужно, этого нужно чуть поцарапать, а потом еще на 8 нанести. Так, он тоже в защиту поставил. Так, нехорошо получилось. У него один балл, то есть у него будет 5 ударов. Я могу только 2 защититься. Блин, нехорошо. Нехорошо получается. Просто плохо перехожу. 49 тысяч. Мне нужно это на 7 ударов нанести. 7 чистых, а у него будет уже 6. Оу. Да, неаккуратненько получилось у нас. Ну что, рискнем? Бля. Эх, риск не оправдался. Ну ладно. Думал, все-таки не протакует. Но ему-то терять нечего. 90. Ты, ну, немножко генов заработали. 10 тысяч урона. Так, ну, погнали, как я и обещал. Ну, здесь-то уже, по крайней мере, накопить нужное количество баллов, проблем не возникнет. Удар, правда, слабоват. В эту команду нужно, конечно, брать одного-двух сильных демагеров, ну, юдонов. Тогда это получится лучшая комбинашка. Давай уже атакуй, а. Ничего, ничего, я тоже буду сидеть до посинения в защите аж на 6. Не хочется атаковать, смотрите, какой трусишка. Восемь, ну давай. Но не на все, не, молодец, нам все 8. Сколько он снимет? 1006-7. 6000 снял. Чуть больше третьей жизни. Сорок девять двести девяносто пять, а у него сорок девять двести двадцать. Отлично. Так, сколько жизни будет сейчас? 500 000 или, точнее, 1600 или 800. Как там у него? Удар-то вроде удваивается, а жизни тоже. Сейчас проверим. Восемьсот. Ну, удваивается все у него. Ну, жизнь, точнее, удваивается, а удар нет. На тебе. Откусим ему кусок. Так, ну пробьет, если захочет. Посидим в защите. Атакуй на 6. Давай, давай, давай. Молодец. Это вообще шикарно. Так, 8 ударов от пахи голозавра. Хотелось бы от каждым пахи голозавром ударить на 8, это было бы идеально. Но вряд ли. 64.
Как Приатродон. Не, Приатродон меньше, как Индоминус. Подлец. Ну, на 4 ударил. 2 у него еще осталось, но мы ответим ему по полной. 8. Снова 8. Прикольно будет, если получится таки сделать 7. Там вот хочу прочитать, там какой-то вот шоп вот за головой по пигалозавра. Люди, а вот там вот у него где-то вот шоп вот за ногами сейчас. Ну что, хватит ему? Наверное, пробьет, да? Да. К сожалению, пробил. Но это не составит мне труда накопить снова 8. Вот. Gift Shop. Jurassic World Gift Shop. Давайте посидим в защите. Ну вот так можно сделать. На 4 протокола. Ну теперь я буду сидеть в защите и ждать. И ждать. Чтобы снова протоковать на 8, да и все. На 5. У него будет 6. 2 поставил в защиту. Не будет у него 6. Так, ну, 4 я выдержу. 4 это будет в районе 6 с чем-то урона. Давай, давай, давай. Молодец. Супер удар. Вулкан. Ну да, у него, кстати, покрытие как будто бы магматическое какое-то. Ну, как и у Омеги, собственно говоря. И последний наш удар на эту серию. И снова 8. План выполнил. 3 раза по 8 каждым пахигалозавром я нанес. И снял, то есть 200 тысяч снял. Ну и все. $269 000. Ну понятно, чем выше уровень нашего противника, тем сложнее нанести ему много урона, потому что он просто нас убивает быстрее. Но все равно, то есть если пойти такой троицей с самого начала, то я бы там нормально настрелял. Три пахигалозавра завалил бы, наверное, за 400 000 точно. Так, ну что, на этом тогда, ребяточки, все. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч. 11 000 мы уж наберем за сегодняшний день, мне даже кажется. Всем пока!